Музыка. С вами в прямом эфире Жернец. И прекрасная московская погода. А именно дождик, который случился после внезапного проблеска солнца. Но несмотря на это все, ох, какой закаленный арен. Да. У меня прекраснейшее настроение, коты. Просто превосходное. Сегодня случился, да нет, какой там прохватить, случилось очень хорошее, торжественное событие в индустрии, в которой принимаю самое непосредственное участие, так называемая раздача слонов, да, хэштег автор счастлив, и по этому поводу... Да нет, я не женился. Я только охочусь на покемонов. И по этому поводу решил включить вам одну из любимейших композиций непревзойденного джазмена Луи Армстронга, когда я не буду загадывать загадки. Это означает о том, что у нас есть все время, коты. Послушайте проигрыш. Точнее, подходит к концу. С вами был Жермес, когда люблю вас всех. Пока!